Всем привет! С вами снова Дайвинг без границ. Сегодня короткий ролик с обзором нового снаряжения. Мы в последнее время получили достаточно много нового снаряжения и будем делать небольшие обзорчики на то, что у нас появилось новенького. Сегодня я хочу рассказать о ластах TechFin. Производитель TechLine PowerJet. Вариант Medium. Не буду лить воду, растягивать ролик, читать рекламные слоганы производителя. Просто и коротко о достоинствах и недостатках этих ласт. Ласты я уже проверил. Все достоинства и недостатки, в принципе, оценил. Насколько я понимаю в этом. Что могу сказать? Ласты. Значит, сделаны добротно. Первое, что мне понравилось... Калоша вот здесь вот имеет очень мягкую вставочку. То есть это не отдельно как-то тут вклеено, а материал сделан так, что вот эта часть очень мягкая. Это очень хорошо, в принципе, применять, ну, использовать с любым вариантом ботинок для дайвинга. Второе, что мне понравилось, что они достаточно жесткие. Третье, я сравнил, это размер XL. Брал по аналогу своими джетфинами от Scuba Pro, тоже XL, но на этих указан размер 45-47, так вот, это реально 45-47, я бы даже сказал 46-47, может быть, даже 48. В моих джетфинах моя нога, то есть мой ботинок 43-го размера, сидит прям плотно-плотно. Здесь он болтается, поэтому эти ласты надо брать, если брать на 42-43 размер, не больше, чем размер L. Дальше. Как заявляет производитель, два типа резины использовано. Очень мощное ребрение. Ласты гребут очень-очень хорошо. То есть там чумовой грибок, эффективность грибка очень высокая, но прикладывать сил приходится чуть побольше. При этом, как производитель заявляет, типа за счет жесткости, повышенной жесткости и высокой эффективности грибка мы делаем меньше движений и тратим, соответственно, меньше воздуха, да, так как меньше CO2 вырабатывается у нас. Не знаю, не проверял, по-моему, расход у меня как бы вообще не повлиял. Дальше. На любых разворотах, на бэккике, то есть на заднем ходу, на движении вперед ласты работают действительно очень-очень хорошо. Там минимальные движения для контроля и поворота. Первый недостаток, который прям явный и бросается сразу. Вес 3,75 кило. Вот пара ласт весит почти 4 килограмма. Очень тяжелые. Ну, у меня тяжелее ласт просто нет. Преимущество то, что сразу идут с пружинками. Пружинки хорошие. Сразу с чехлом для антизацепом, чтобы не попал, не дай бог, у нас линь ходовика в пружину растянутую. Не запутался. Ну, для технички ласты отличные. Для рекреации, ну, с моей точки зрения, тоже великолепно, но единственное, возить их с собой тяжело. То есть эти ласты такие домашние. Еще одним, наверное, бесспорным преимуществом этих ласт является цена. Стоят они дешевле JetFin. Если хотите знать, сколько точно, сейчас я вам на память не скажу, но можете посмотреть на нашем сайте в разделе снаряжения, там, где у нас продажи снаряжения. Далее. Заказать, да, можно тоже через нас. Что еще по ластам? Будет тест про ласты. Это вариант Medium. Будет про вариант Light. Я купил Татьяне ласты варианта Light. Она в них сейчас плавает и очень тоже довольна. Их как раз возить с собой одно удовольствие. Они легкие. Также, друзья, прошу вас... Не забывайте, что мы работаем, в принципе, для вас, и наш канал – это всего лишь часть, будем говорить так, информационного потока, не более того. Мы не зарабатываем на нашем канале. Основная наша работа – дайвинг, поэтому приглашаем вас в Египет, приезжайте, ныряйте с нами. Мы здесь, у нас есть очень много интересных программ. Ждем вас в Египте, будем рады вас видеть.
Все контакты можно посмотреть на нашем сайте, списаться с нами в любом из мессенджеров. А прайс-лист, пожалуйста, если вы хотите, мы вам его вышлем. Ценник у нас, мы не занимаемся лоу-кост-дайвингом. Ценник у нас средний по рынку, не дороже, не дешевле, чем у остальных. Качество мы гарантируем. В ближайшее время выйдут ролики о сухих костюмах. У нас два новых сухих костюма. Выйдут ролики о регуляторах, в том числе о сервисном обслуживании. И выйдут ролики о таких, в принципе, интересных для многих дайверов темах, как чему учиться дальше после первых курсов, какие специализации проходить для новичков, что такое дайвинг ассоциации, как выбирать обучение, как выбирать инструктора, важна ли ассоциация. У нас огромное количество тем, о которых мы хотим с вами поговорить и что мы вам хотим рассказать. Не забывайте также, что у нас на сайте можно пройти бесплатно, абсолютно заплатив только за изготовление пластиковой карты, курс NITRX как минимум по трем ассоциациям различным. Выбирайте ассоциацию, проходите, будем рады. Ну а сейчас я хочу с вами попрощаться. Не будем, как говорится, прощаться надолго. Очень надеюсь, что мы скоро с вами увидимся в новых роликах. Ну и вживую тоже приезжайте. Лопасть большая, больше, чем у JetFin такого же размера XL. На фотографии можете посмотреть, специально сравнил, наложил друг на друга, лопасть чуть больше. Очень мощное ребрение, очень жесткое. Ласта гребет, гребет в любых ситуациях, против течения. Ласта работает, не гнется, не сбрасывает поток. Тяжелее? Да, тяжелее. Сильно? Нет, не сильно тяжелее. Дальше преимущество. В калоше очень эластичная вставка вот здесь. Поэтому ласты отлично сидят на любом типе ботов. Пружины установлены по умолчанию. Чехольчик не зацепляйка есть. Еще бы петличку, и было все великолепно. Сделано добротно. Отплавал, не знаю, в них десятка два, наверное, дайвов уже. Пока очень доволен. Недостаток один. Вес пара ласт 3,75 кило. Почти 4 килограмма за пару. Поэтому возить с собой крайне проблематично.